Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 648. Можно ли баптистов, пятидесятников и прочих протестантов называть братьями и сестрами, если мы православные? Отвечает Игнат Тихонович-Лапкин. То, что все мы родственные, между собой на земле являемся детьми Адама и Евы, это несомненно. Деяния, 17 глава, 26 стих. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Поэтому мы все на земле родственны друг другу, только генеалогическое древо слишком широко раскинуло свои ветки к северу и к югу. Это родство по первому человеку, по первому Адаму. 1 Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но ваш вопрос касается последнего Адама, то есть родства по Христу, и вот здесь родство идет только по чаше. Признают ли они истинное Христово священство и таинство Вселенской Церкви, и являются ли ее членами? 1 Коринфянам, 10 глава, 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Согласно церковных канонов, они нам не братья, если не признают Святую Троицу и не входят в Церковь Христову». Слова «брат» и «сестра» – это очень высокое звание. Не просто «товарищ», это значит, что у нас одна мать – Церковь. Но согласно Киприана Карфагенского, кому Церковь не мать, тому Бог не отец. Я иногда употребляю в своей речи слово «братья-баптисты», имея в виду не как принятие их в церковь, а пользуясь их терминологией. Лучше всего называйте их по имени и отчеству, оказывая им гражданскую честь. От родства с церковью они отказались сами, еще прежде нашей встречи с ними».